Всем привет! В Самаре проходит обучение 13-я группа курса интенсив по обучению стрижки собак. На нашем курсе обучения. Эмоции вообще замечательные. Чувство удовлетворения, потому что, я говорю, этого дня все-таки ожидаешь, да, один на один с собакой, сам с собой. И в какой-то момент переборола страх и сомнения, и сразу все начало получаться. Когда ты один, ты самостоятельность включается, да, потому что как-то понимаешь, да, вот оно твое или не твое дальше. И как только начинает получаться, сразу хочется делать больше, увлекает именно творчество. Вот этот переходный момент, наверное, самый такой интересный. Во-первых, это не все так просто, как кажется, да, и ты понимаешь, что это даже в чем-то тяжело. И психологически, и физически. Я примерно представляла, но оказалось тяжелее. Я думала, что будет попроще. Потому что был уже какой-то опыт с собаками, но физически тяжело, тяжело морально тоже, но, думаю, все преодолеть. Я вообще себе представляла, пришел там раз-два, все сделал. За полчаса. Да, да. Но вот это психологически все-таки напряжение, оно с работы животное уходит, снимается. Да, вот в этом. Это стоит того, чтобы учиться. Я заметила, что с каждым днем какой-то иммунитет вырабатывается легче уже. Ты не так напряжен в работе, да, вот. Уверенность какая-то. Да, да. То есть чем дальше, тем спокойнее и лучше. Да. Для меня пока это. Спасибо, что вы нам все-таки даете такую возможность, да, заниматься. Я получила большое удовольствие от того, как я наблюдала за работой ребят. Ошибки были, но молодцы. Огромное количество информации студенты получили за эту неделю. Начав с нуля и завершив курс самостоятельной работой, сделав полный комплекс для Йорка. Ну что сказать, я очень довольна, молодцы. Удачи и дальнейшего развития всем нашим студентам. Будем рады видеть в нашей школе и на наших семинарах.